Доброго времени суток, друзья, с вами ВВ, и мы сегодня продолжаем играть в Heaven Hearts. У меня поспел интересный цветочек, я не знаю, что это такое, и сейчас буду смотреть. И перед тем, как я буду его собирать, я своему фермеру нашел очень интересный скилл. Так, просматривал. Он стоит, правда, 4000, то есть это уже не начальный скилл. Так, сегодня я немножко про фермерство, немножко про еду буду рассказывать. Вот тут написано, что что-то типа, что существенно увеличивает можно садить деревья. Ага, он совмещенный. Так, ты будешь получать этот больше семян, когда собирать растения, и с деревьев тоже. Но за определенное время, то есть будет, ну давайте выучим, типа того, что ты будешь собирать дольше, но качественнее, типа того. Так, мне интересно, о, новый скилл. А ну что, что здесь, что это? О, сушилка. А я вот по-моему на вот этой сушилке. Это какая-то сушилка, по-моему. Ну, построим сейчас. Сейчас построим. Сначала соберем вот это растение. Очень быстро. И 12 единиц семян. Очень странно. Как это 12 единиц семян? О, еще дали. Это флокс, да? Это флокс. А флокс — это у нас нитка. Локс — это не то, что я хотел. Тем более у меня есть крутой этот. Локс собираю. Вот эти красные семена, я не знаю, что с ними делать и как. Они не садятся. И вообще непонятно ничего с красными семенами с теми. Так, флокс мы сложим сюда. Мне нужно... Так, 10-17, а здесь 10-10. А вот это 10-12. Пускай будет один. Мне вот этих штук надо 10 на улей. Улей ускоряет очень процесс, вот он. Он появляется, когда вы изучаете недорогой скилл. Вот 500 стоит beekeeping. У него, когда вы строите, у него есть радиус у действия у этого улья. Вот такой вот. И все растения в этом радиусе будут получать бонус каждый раз, когда, ну, будет меняться этот. Ну, его фаза. Каждый раз, когда изменяется фаза, идет перерасчет, и он обращается к улью. И улей имеет шанс каждый раз, когда меняется фаза, добавить к воску, там, к меду, там что-то у него есть. Я только слышал про это. И ничего пока сказать конкретно не могу. Только предположение. Так, ну то, что улей увеличивает, ну, ускоряет рост растений, это точно. Так написано даже в описании. Так.
Итак, поговорим про еду. Смотрите, нам очень хорошая начальная еда – это вот крыса на палочке. Она доступна везде. Вот она дает за 2%. Ну, у меня вот 1,85, потому что у меня крыса не субстанс, не десятка, а 11. Ну, почти 12. И поэтому тут 1,85. Я беру базовый. Базовая 2% на 450 энергии. Чем меньше хангора, тем лучше, потому что хангор наполняет вам вот эту вот полоску, и у вас падает эффективность. То есть, если вот я съем еще на 4%, у меня 96, то у меня будет эффективность еды 200%, не 300. И я получу меньше бонусов за то, что я ем. Этого не стоит делать. Лучше есть с максимальной этой процентовкой. То есть, если вы устали, значит, идите бродить куда-то там, искать ресурсы там. Ну, занимайтесь не физическим трудом, чтобы не тратить энергию там чем-то еще другим. Так, и он дает 450 энергии за 2%. Фрукты обычные, они дают за 1% 75. За 1% хангара 75% энергии. Это очень плохо. Вы можете посчитать, что 2% это будет 150, а здесь за 2% уже 450. Это намного. Ну, помимо всего, нужно выбирать то, что дает вам нужные характеристики. То есть, он дает псич и стронг, силу и вот эту штуку. Не знаю, что это. Ну, как переводится. А я нашел, ну как, нашел, мне открылось. Ой, 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 стой, не бегай. Бегает. Нехороший. Так, у меня сейчас открыты рецепты еды. Вот, салаты я пока не рассматриваю, потому что на салаты надо сильно много. Вот, две редиски или морковки. Вот морковка у меня не растет, а редиска у меня растет очень хорошо. И лук тоже хорошо растет, без проблем. И любое мясо. Мясо у меня валом, кроликов там, кого угодно. Можно кур нащипать. Мяса очень много. И вот это вот, то есть простенький рецепт, легко готовится. И вот такие вот получаются. За 4% получается 8. 800. За 4% хангера 800% энергии. Это немножко хуже, чем крыса, но тоже очень неплохо. Это получается за 2% 400, а за 1% 200. Это 1% 200, это не 1% 75. Это намного лучше. Но вот у одного, это не я делал, это один из моих персонажей. Пока не очень понимаю, какой мне надо изучить скилл, чтобы начать его делать. Оно делается из двух луковиц и трех потрохов. Потрохов у меня валом, я их сбрасываю в кучи, уже две кучи получилось и не знаю, куда девать. Если вот эту еду я смогу делать, то это будет просто шикарно. Я все засажу луком и буду есть только эту еду. Потому что это лучше, чем крыса. Его не надо ловить. А потрохов всегда в достатке. Я все равно ловлю кроликов, и с них потроха идут. Если что, можно наловить курицы, сделать потрохов немерено просто. То есть это шикарная еда. Но пока я не выяснил, пока это лучшее, что из еды я находил. И это при том, что у меня пока вот она получается 7%. Вернее, 7, 7, 7, 7, 8, ну, 7, 7,3, 7,7. Это потому что у того чувака не прокачан кукинг. То есть он у меня не повар. И поэтому он вот такую фигню готовит. И мне надо вот этому, чтобы он делал, мог
делать. Вот эти штуки готовятся на открытом пламени, но нужно, чтобы у вас в руках была сковородка. Сковородка крафтится в инструментах. Вот она, сковородка. Ее надо взять в руку и подойти к костру. Вот сковородку берем в руку. Это вместо вот этого, вместо какого-нибудь из оружия. Вот, и он такой сковородкой ходит, крутой. Так, сейчас я посмотрю, есть ли у меня лук. Если есть, есть лук. Давайте пожарим одну штучку. Так, и что еще там надо? А, два лука, по-моему, надо. Есть у меня два лука. Сейчас я посмотрю рецептик. Одну штучку пожарить. А, две... Нет, один лук, две редиски. Редиски нет. Редиска кончилась. Ладно, значит, не пожарим. В следующий раз, когда редиска вырастет. У меня там редиска растет, но я пока не буду ее собирать. Я буду ее размножать. Я оставил только, ну, наилучшую из тех, которые у меня есть. И поэтому так. Вот эту я могу изучить. Ну, вот эту. Не используя нехитрые манипуляции, я нечаянно узнал, что можно. Вот тут есть штука сплит, и можно делить семена. Я хочу вот поделить их по одному и попробовать посадить. Посадится оно по одному, потому что стандартные кучки как бы по 5, и я сажаю их по 5. Ну, не знаю, получится, не получится, надо попробовать. Я вот сейчас пытаюсь сделать побольше этих. Я нажимаю правой кнопкой на кучку, и у него появляется вот сплит, и можно разделить. Я уже в одной из прошлых серий показывал. Зажимаете Shift, нажимаете правую кнопку, и у вас показывается вот такая. Так, только надо было не стать нормально, чтобы захватывать все поле. А у вас появляется вот такая вот штука, с которой можно. Я ее зажимаю, мне надо сколько? 6, 12. Мне надо 12. 8, 9, 10, 11, 12. Вот так вот. Ой, одну строчку. А ну давай. Ну, не знаю, ничего не произошло. Не садит. Давайте попробуем 6. 6 может сильно длинный, может у него есть ограничение. 6 попробуем. Нет, не садим. По одной штуке не садим. Давайте. Ага, можно зажать Shift и правой клавишей, и вы будете их соединять. 5. Опять все-таки надо. Он садит только по 5. Давайте сделаем 10. Вот из 10 он тоже будет садить. Так, и теперь понятно, что будет только две. Две. Вот, давайте вот сюда вот посадим. Оказывается, флокс мне нужен на вот эту штуку. Вот, смотрите, я ее ставлю крафтить. Нужно 8 флокса. О, флокса или другого вот этого, да? А ну... У меня другой этот тоже есть. Это тоже нитка. Вот это. Фибер, короче. Фибер или флокс. Они обе являются нитками. У меня есть только 3. Надо 8. Вот так вот. Так что будем флокс. Я флокс не хотел выращивать. У меня, правда, вот еще растет. Но тот растет на семена. А тот больше для семян. Но флокс. Само собой, я не знал, зачем.
А если это сушилка, то что я думаю, то мне их нужно штук 6. То есть нужно выращивать флокс. Вот эту желтую я выращиваю, потому что мне нужно 10 сена на то, чтобы построить улей. Улей пока не могу построить. Там есть шапка из сена. Короче, а когда я куда-то там бежал, там валялось это сено в мусор. И я думаю, да, нафиг оно надо. Вот, так бы сделал бы улей, если бы знал. Ну, тогда не было места, то такое дело. Так, и давайте продолжим. Посадим, наверное, вот здесь вот посадим. Штучки вот так вот отпустил, и он его посадил. Вот у меня еще флокс растет, видите, оказывается, вот растет, вот флокс у меня растет нормально. Это у меня лук растет, и это лук растет, а редиска вот здесь три штуки, уже три штуки была, одна она размножилась, уже три штуки ролик. Потихонечку. Вот морковка. А морковки две не потому, что они размножились, а потому, что я нашел семена из этого. Из сушилки достал. И на этой радостной ноте я с вами прощаюсь. Желаю всего хорошего. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Всем пока. И удачи.